у руководства Северной Кореи и поддерживающего это руководство народа есть два интереса. Первое – это сохранение и усиление своей идентичности, своей проектной стратегической сущности. То есть это страна, которая строит свою систему, есть своя идеология Чучхе, есть идея определенная, есть способ жизни, который сложился за многие десятилетия. Поэтому защита этого образа жизни – это одна из важнейших жизненно важных задач северокорейского общества. Но последствием этой стратегии стали многие трудности в развитии, в благосостоянии и так далее. И поэтому и изоляция, и международная изоляция. А изоляция имеет следствием давления ряда стран других на Корею в плане свертывания ее ядерной программы, ракетной программы и так далее. Для прочности режима необходимо поддержание таких барьеров с внешним миром. Но, с другой стороны, стране нужно развиваться, значит, нужно открывать. Открывать и возможности интернета, и поездок, и сотрудничества. И в том числе это, естественно, вопрос объединения с своими южнокорейскими, так сказать, соплеменниками. Да? Хотя сказать, что объединение Кореи с двух сторон – это однозначно общепринимаемая идея, нельзя. Возможно, это не нужно ни нынешнему поколению южнокорейцев, и, возможно, это не нужно нынешнему поколению северокорейцев, но это вопрос все равно существующий, потому что слишком высоки уже отклонения каждого друг от друга в этом плане. Затеянная сейчас такая истеричная игра, она интересна в плане мотивов северокорейцев, южнокорейцев, союзников южнокорейцев и Китая. И вот в этой игре каждый достигает своих целей. Для Северной Кореи очень важно выйти из международной изоляции, в частности.